Так, начинаем нашу охоту с Антошки. Тут вам коробочку поставили. Правда, коробочка где там? Уже все порыто и ничего, наверное, нету. Что тут у нас? Джей коробка. Погани зонды. Это не отсюда, наверное. А у нас что? Ага, тут у нас намешано. Вот такие вот аппараты. Что у нас тут еще есть? Инвалидные коляски. Вольво. Там еще какая-то фигня. Причем ничего такого ценного нету. О, это вообще разведет. Это же Мазда у нас старая. 23-й год. Так, Мазда оранжевая. Эта штука. Что у нас тут еще есть? Еще. Дракон. Макларен Солис. Вот такой себе. Так, что у нас висит по премкам, все тоже висит у нас Костро. Так, ультраходцы, ультраходцы. Ну еще маздочки. Раз Мазда, два Мазда, три Мазда, четыре Мазда, пять Мазда. Шикарно. Так, этот еще до сих пор так и висит. Эклипс. Пум-пум-пум-пум. Так, по матчу у нас нового ничего нету. Ну и тут ничего не висит. Так, стаха, да? О, нет. Так, а ну-ка. Так, пончики. Тут у нас ничего нового такого нет. Идем дальше. Так, здесь у нас остатки этого J-кейса, по-моему. Да, J-кейса немножко есть. Вроде как кейса чуть-чуть. Ну, но ничего нету такого интересного. Только эти вон Камара висят. Так, теперь посмотрим, что тут. По спецсериям у нас тут все. Все обычно. Были Мазды, Маз больше нету. Ультраходцы не завозили, но форсажа нету. Что у нас по мейнам? Опа. Опа-опа. А, нифига себе. Вот это фартануло. Меня шур. Варюха, смотри. СДХ-шка. Офигеть. Вот это крутяк. Так, это мы... Все. Короче, охота закончилась. Всем пока. Я ушел довольный. Тан-тан-тан-тан. Все. Так, вторая Антошка. Я тут вижу, как есть. То у нас этот Acura NSX. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Дрифт-вагончик. Да. Тут... О. Это у нас что тут теперь типа Мазда, не Мазда, да? Похоже. Такое. Ну, вроде пока не очень-то. Но висит. Потом посмотрим, что по спецсериям. Не добавили, добавили. Так, watchbox. Watchbox быстро. Одним глазом. Ничего такого. Так, ну и... Что тут у нас? А, Кастрол, БМВ. Есть у нас. В прошлый раз не было. Ультраходцы. Так, это все так будет чувствовать долго висеть. Ну, ладно. О, я тут, короче, нашел коробочку. Видать, только выкладывали. А что у нас тут есть? Это у нас какая коробочка. Прикольно. Повыкладываем, посмотрим, что у нас тут есть. Как есть. Что у нас?
О, погоня зонд опять. Так. Бусик. Какой симпатичный бусик. Танки. Что у нас еще? Что это? Кёнигсберг. Делориан. Это штука. Что еще так? Продолжим дальше здесь. Бусики. Поршик. Кстати, поршик коричневый. Прикольно. Так, а тут еще ничего интересного нету? Уточка. Кстати, уточку я мало ждал. Она прикольная, она светится. Рекомендую. Уточка веселая. Так, ну тут уже все перебрано. Было видать до меня. Так. Эта штука, кстати, помятая. Либо перекрасить, либо было вообще шикарно. Ну, как-то так. Ладно, будем складывать обратно. Так, зашел в эпицентр. Тут мен отсюда уже убрали. Тут висит теперь только спецсерия. По спецсериям у нас Mazda. Эти кастрольчики, джипчик Range Rover, Белеры. Тут вон даже Datsun есть один, запрятался. Этих тут Кастрол. Можно собирать целую коллекцию Кастролов. Все. По матчбоксу ничего нового. Премки как висели, так и висят. Никому не интересно. Идем дальше по мейну посмотрим, что. Так, по мейну у нас ничего сюда не завозили. Вообще. Пусто. Галяк. Идем дальше. Тут тоже все грустно и печально. Вообще ничего не было. Недели больше даже ничего не привозили. Зато в эпицентре уже полностью готовится все. К Новому году. Шкал видный прошел. Но красиво. Красотища. Антошка номер 3 висит из интереса. Только вот эта железяка сходит. Это ультраход, который открывается капот. Металл, открывается капот. Все. И эта штука. Больше тут ничего интересного нету. По моему все то же самое. Вертолетом только. Главное, чтобы они